С вами Фанни. И мы начинаем играть в Plants vs. Zombies. Этап 1.10. И вот нам записка. Привет, мы скоро начнем всеобщее наступление на твой чудный дом. Твои зомби. Дом игрока Фанни. О, как видите, их много. Ого, мне не придется выбирать. Все. Сегодня... Огорошители. Так, вот, мы попробовали огорошители, как я в прошлый раз и говорила. Зубастики, ну это потом. Уже рядышки огорошители, спинарик пока не нужен. Бомбочка тоже. Мина, опять мина. Это мина, я одна цель. И раз, ловится огорошитель и закончится. Поставим. И тут позубачки. Мы продолжаем. Ставим второй огорошитель. О, ледяные! Даже еще первые волны не прошли. Видите, тактика не очень плохая. Еще ни разу даже не подобрались. И... Да, пока орехов нету, я буду ставить. О, орешек. И у нас вторая, первая волна зомби, как их всего две, у нас первая. Мины совсем ненужная штука. Ух ты, попёрла зомби много. В следующий раз мы бахнем одну. Вишенку, ну, в принципе, ну, сейчас бахнем. Оп, я не пропали, когда они прыгают, они почему-то пропадают. Лох, в игре, как мы видим. Давай. Почти схавали наш орех.
Это на последней стадии. И мы будем бахать вишенки. Как мы видим, вишенка разрывается на два ряда. И у нас снова растение. Грибочек. Споровик. Ноль. Это хорошо. А следующий выпуск мы посмотрим. Даже не могу сказать, когда у нас. И подписывайтесь на канал Edgy Game в Ютубе. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте антислайки, делайте замечания. С вами был Фанни. Пока!